сектор номер 9. Прямо как на чемпионате мира, огорожен, красиво, с рингом. Слушайте, прям красота какая. Генератор. Опа-опа! Засняли, как баранья шея готовится. Так. Томится уже 4 часа. И как? Так что можете оставаться. Не, нас аж так мент покормил гороховым супом с ребрами копченым. Ты шо? Так что, если хотите, можете оставаться. Ну что, ребята? Не важно. Аля по ним. Аля по ним? Мелко. Извините. У меня выпал Коля. Так, нормально? Да. Так, я очки можно одену, солнышко, а то на меня прям. Ну, не важно, мы взяли всего 2 рыбки, было 4 схода. Здесь у нас на 50 метрах маленькие кустики, это вот корешки остались от кустов, корешки вот эти остались. И все, и вот дотягиваем, поднимаемся наверх, значит, задираем палку, получается вроде бы. Вот думаем, если... Не, еще не делали со стола, но думаем, если когда начнется, Бог даст, все будет нормально. Мы стол ближе поставим и будем со стола, наверное, перетягивать. Подожди, но вы же брали когда-то лестницу, правильно? Мы брали лестницу, этот раз не взяли, но, в принципе, сейчас к нам гость приезжал, могли бы попросить. Но мы увидели, что есть здесь стол, поэтому как бы не обязательно лезть. Наоборот, на столе более так это будет более уверенно, прочно, потому да. Что, да, он прочно стоит и есть эта платформа. И все, кормимся, играемся. Правда, мы остановились вот, на одной точке, не буду пока озвучивать, на какой. Вот, ну и все. Кормимся. Пока тихо. Взяли 2 рыбок, значит, зачетных. Вы взяли ночью, днем? Взяли под утро, по 4:30 утра одну взяли, и вчера одну взяли под вечер, где-то 5:00. То есть днем ничего? Все, днем ничего. А ночью было... 3:00 ночи вот были поклевки, вот было 2 схода, 1 зацеп был, ну вот так вот. Вот так. Есть, пока... есть не зачет? Не зачеты, по-моему, 1 или 2 был всего. Да. Один был не зачет. Вот. Все, вот так вот. Понятно. Вот. Сектор вот смотрю, вот соседи наши раскрутились, я смотрю, уже 3-ю или 4-ю рыбку берут. Вот. А, кстати, да, вон товарищи опять в прямом эфире у нас, судя по всему, вываживание идет. Да. Это у меня было так удачно, я к Косте зашел. Да, я видел, да. Да. Это у нас 8-й сектор, правильно? Да. Дальше. Румыны тут вот подлавливают, молодцы они. На 6-м месте, да? Ну, я тебе скажу, что, смотри, второе место у них было в прошлом году, Карпро. Да. Да, вроде, да. Чтобы вы не говорили, как бы эти ребята ловить умеют. Умеют ловить. Вот. Ну, не знаю, в принципе, от нас недалеко стоят. Вот по дальномеру я бью 100 метров. И не знаю, не доходит до нас рыбка. Ну, как же так? Не знаю. Блин, там есть, тут есть. Да, вот так вот. Смотри, они ловили, эти только начали ловить сейчас, вот в обед. Где-то с 3:00 только начали ловить. Слева. А эти румынчики, они все время подлавливали потихоньку со вчерашнего дня. И Артем. Да. Это Брадекс? Брадекс. Брадекс. Вот они сегодня начали ловить тоже. Вот тоже у них 2 или 3 рыбы было. Все, я знаю, я думаю, что мы тоже раскрутим. Должны раскрутить.
Не, ну только полтора дня прошло. Ну да, я да. Поэтому да. считаю, что то, что сейчас я вижу в таблице, это мне ни о чем не говорит. Единственное, что вот это немножко глубоководные сейчас больше работают, чем наши мелководные. Ну у нас, смотри, у нас на 140 4 метра. Что они взяли? Это что ж такое? Зачет. Извините, временно прервем эфир. Все. Снова мы в эфире. Мы извиняемся за перерыв. Просто новостные каналы нас просто разрывают на части. У них идет драка. Кто приедет первым снимать? Все хотят что-то снять. На чем мы остановились? Мы остановились на соседях, которые подлавливают. Да, на соседях, что вот слева только с 3 часов дня вот они разловились. Я смотрю, уже вот 4-я рыбка у них в мешках. Ну все, видно, они остановили, пока до нас не доходит, пока мы у нас. Ну вы так должны перебрасывать, по-моему. Ну да. Ну у них тоже хорошо бросают. Да? Да. У них Паша хорошо бросает. А, да. Паша, да, я же забыл. Паша, у них там. Паша хорошо бросает, да. Вот, ну вот пока наблюдаем, У нас, в принципе, налажена программа, мы знаем, что мы делаем. Единственное, наблюдаем за соседями, считаем обороты, дальность смотрим. Насадки и так далее. Какого расстояния они берут, по-твоему? И они берут, вот у них работает левая сторона, с близкого расстояния они берут. Они берут где-то вот на от 90 до 110, где-то вот как раз, наверное, где начинается, заканчивается трава, вот это вот свободный, как раз вот рыба, наверное, выходит оттуда. Ага. Ну, это предположение, конечно, но скорее всего, потому что на кубке мы стояли 10 метров левее вот этого ихнего сектора, и мы заняли 2-е место. Вот, в принципе, мы знаем, что там, рыба есть. Что там рыба есть и как это работает там. Вот. А в этом секторе стоял на кубке Парпарон Ромка, и вот Ромка тоже здесь высчитывал, как из-под нас эту рыбу забирать. Украсть, да. У него получалось. Вот все, значит, то, что мы будем пытаться делать сейчас. У Джузеппа. Отнять рыбу у Джузеппа, да. Все, вот такие. Сейчас эти проезжали работники пляжа, остановились напротив Брадекса, и как раз Антон забрасывает там. Машина. Они такие стали втроем. Это говорит, сейчас смотрите, где упадет. Они такие стоят, такой. Бум. Такие три рта. Тынь, челюсти. Да. Я говорю, так подождите, ребята, он же в клипсу бросает. Это же не вольный бросок. Вы бы видели, если бы он захотел вольно бросить, это было бы намного дальше, чем у них там четко по клипсе стоит все. Да, хороший. Они, кстати, они в обед взяли крупного. Насколько я в дальномер увидел, что хороший был. Бигфиш не побили они? Бигфиш, по-моему, сейчас у этих, по-моему, у румын. У румын? А был у лидера? А, нет, по-моему, Карпро. Не ну что, разом. Драмов, получается, немножко прошибся? В эфире сказал Олежка. Не, ну что значит прошибся? Смотри, западный берег очень хорошо ловит. Да? Сейчас вот там сейчас. Много очень хорошо ловит, а и крупняк. Да. Проблема в том, что там весь Израиль сейчас находится. Вот даже сегодня, да, и вчера. Там все дырки забиты народом просто вщент. То есть, если бы мы там поставили сектора... Я себе просто не представляю, что бы это было. То есть у человека в секторе сидело бы еще 20 человек на голове. Да, здесь можно было еще прорядить, наверное. Ну, а куда? Не, вообще я говорю, как бы... Да, то, что... Будь вода еще метра на 2 ниже, мы бы тут развернулись. Как бы, да. А если бы Шизаф ротом еще был? Да. Ну да, февраль, значит, удался. Пока, по крайней пока. Мере, пока первый, удался. Первый да. день нормально прошел, как да. бы намного лучше, чем в прошлом году, 100%. Надо, кстати, посмотреть ради интереса позапрошлый год, сравнить с первый день. Насколько там как бы было... Вот люблю это, сравнивать эти... Ну, вот. Но опять же, я уже говорил... Галиль мы в феврале никогда не проводили. Никогда. Никогда. Я уже много раз вспоминал о том, что мы сейчас, на данную минуту, еще без этой рыбы, что у вас уже в мешках у многих тут есть, мы уже, в общем-то, выполнили фатийскую норму всего прошлого галилейского карпа.
Ого. Было 270 килограмм, по-моему. 200 с чем-то килограмм было, да. А сейчас 230 было на утреннее взвешивание. Я знаю, что это уже, естественно, уже не то, потому что у этих куча рыбы, у тех куча рыбы. И уже после того взвешивания и второго взвешивания того уже костика было там еще 3. Так что результаты будут совершенно другие вечером, но это мне нравится. Я за, только за, чтобы так оно и было. Ну да. Ладно, ребята, пойду я схожу к Джузеппе. Может, они мне там это, буратино выстрогают. Спасибо. Если будешь еще ходить, как раз шея поспеет. Не-не-не, в плане еды я уже не жилец. Я уже все. Все, да, нет проблем. Я максимум лежац и спац. И все. Все, всем спасибо, кто смотрел. Всем до свидания. До свидания всем.